Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 31 августа. Это тяжелый и агрессивный день. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что этот день вам принесет. 31 августа – это 23-й день лунного цикла. И это непростой период для многих людей. Он наполнен тяжелой, давящей энергетикой и сам по себе является нестабильным. Многие будут ощущать приступы агрессии и злости, но держать себя в руках смогут лишь те, кто всерьез занимается духовными практиками. Не самый благоприятный период для большинства людей, но тем не менее, если попытаться направить бушующую энергию в мирное русло, то вполне можно провести день с пользой. За счет мощных лунных потоков человек способен достичь высот в делах, создать что-то или проделать немалую работу. Важной особенностью этого дня считается тренировка умения вовремя замолчать. Сейчас это становится особенно актуальным, потому что пустые разговоры часто ведут к различным слухам и конфликтам. Поэтому лучше, если вы будете говорить меньше, а делать больше. Также в этот лунный день выходят из спячки энергетические вампиры, распознать которых бывает непросто, но все-таки возможно. Их отличительные черты – это постоянные жалобы на жизнь, осуждение людей и ситуаций и большая волна негатива. Задача любого вампира – раскачать вас на эмоции. И по большому счету все равно какие. Это может быть жалость, злость или страх. После общения с такими людьми вы чувствуете себя разбитыми, уставшими, появляется пессимизм. Поэтому старайтесь вовремя вычислять таких личностей и скорее уходить от них. На этот день происходит активация темных сторон человека. Нередки в этот период грабежи, нападения. Будьте осторожны и не испытывайте судьбу в этот день. Чтобы провести эти сутки более-менее спокойно, постарайтесь сохранять позитивное восприятие мира и людей. Хотя это будет непросто, люди вокруг буквально кипят от переизбытка негативных эмоций, а вы наоборот улыбаетесь и думаете только о хорошем. В целом, лучше избегать многолюдных мероприятий. Поменьше разговаривать и быть погруженными внутрь себя. Гораздо лучше, если вы потратите полученную энергию на решение важных проблем, особенно тех, которые требуют затрат и сил. Подумайте, наверняка у вас есть такие дела, которые вы долгое время не можете заставить себя сделать. Сейчас самое время заняться ими, а луна будет способствовать их выполнению. Этот день благоприятен для домашних бытовых дел, для уборки и наведения уюта. Также в этот период хорошо пройти со свечкой по всему дому, сделать обход углов и провести специальные защитные практики на защиту жилища. Согласно лунному календарю, в этот день нежелательно стричь ногти. Считается, что тем самым вы изгоняете из своей жизни удачу. Сновидение данных суток. Нужно толковать наоборот, потому что они в какой-то мере обманывают нас и показывают противоположность нашей действительности. И в этот день как раз можно сделать легкую совершенно практику, которая позволяет вам полностью избавиться от тех проблем, которые волнуют вас, которые вы так долго не можете решить, и также убрать все препятствия. А делается это очень легко и просто. Вам нужно просто в течение дня обратиться к Вселенной и попросить Вселенную о том, чтобы убрать все неприятности и проблемы. Итак, вам нужно просто сказать мощную установку в течение дня. Выберите для себя 2 минуты, подумайте о своих проблемах, о том, от чего вы хотите избавиться и что вы взамен хотите получить, а после этого говорите такие слова. «К Вселенной свой взор обращаю, свои просьбы я посылаю. В трудный час мне Вселенная помогает, от всех преград моей жизни меня избавляет. Дорогу к благополучию мне открывает, чудесами мою жизнь наполняет. Да будет так». Вот эти слова вы должны сказать 7 раз. Неважно, когда, в какое время, в какой период. Самое главное, чтобы слова шли от души. И таким образом Вселенная обязательно вас услышит и сделает так, чтобы в вашей жизни было все легко и просто.